Открытие мемориальной доски Иосифу Кобзону в Анапе перенесли на ноябрь. Очередная предполагаемая дата – 18 ноября. Установлена почетная доска на здании летней эстрады. Увидеть памятную доску Иосифу Давыдовичу гости и жители курорта смогут после ее торжественного открытия. Напомним, ранее планировалось, что мероприятие пройдет на День города. Однако члены семьи Иосифа Кобзона не смогли тогда прилететь в Анапу. По этой причине церемония была перенесена.